нормально? Все хорошо. Давайте. Здравствуйте, мы с телеканала. Я это... Кто не вы? Костя, что хотели? Мы хотели короткое интервью взять. Интервью? Да. Серик, Берик, дайте интервью. Я тороплюсь, мне сцену надо в школу отвезти. Хорошо. Давай, Серик, покажи этим сладким, как интервью давать надо. Я устал уже, Сарин. А че? Давай, я дам. Здравствуйте. Здравствуйте, представьте. Давай сразу фон нормальный возьмем. Вот Чапаевская РУДПК заходит, да? Видно, да? Нормально? Нормально. Давайте. Извините, представьтесь, пожалуйста. Майор Берег. Вы же на погонах, сержант. Оператор, вот так возьми, чтобы погон не было видно, да, по шее, ладно? Мы не можем так. Ладно, сержант Берег. Как вы можете прокомментировать низкую преступность в вашем районе? Понимаете, вот преступники, когда с окна смотрят, они видят нас, Серика и Берега. И они, страх на них нападает, just. Они боятся воровать, боятся грабить. А где страх, там уважение. Понятно? Бывают случаи, когда мы с Сериком сидим во дворе, щелкаем семечки, там, пьем пиво. И мы же знаем, что они за нами наблюдают, эти бандиты. Но они не знают, что мы тоже за ними наблюдаем. Поэтому у нас, в общем, так, преступность очень, как надо сказать, у преступности нижний уровень есть. Низкая. А, низкая преступность, да. Спасибо, Берег. А не за что. Извините, дайте тоже нам интервью. Давайте, без проблем. Как вы можете прокомментировать низкую преступность в вашем районе? На сегодняшний день общий уровень преступности сократился на 5%. При этом особо тяжкие преступления сократились на 10%. Все это благодаря тому, что мы проводим особо профилактические мероприятия, к примеру, усиление патрулирования, также 100% раскрываемость дел следователей, конечно же, увеличение штатов и быстрое скоростное реагирование наших сотрудников полиции по вызову. Спасибо за очень интересное и четкое интервью. Не за что. Слышь, брат, мое интервью удалить? Я удалил уже. А удалил уже, да?